Ивановы, добрый вечер. Подошло время ужинать. Ну, не знаю, начинать или не начинать ужинать, но ужинать мы будем. Так, у нас сегодня, как всегда, жареная, отваренная в мундирах, почищенная, пожаренная картошечка, котлетки, салатик, помидорки, огурцы, лучок, майонез, наслаждаемся. Вы знаете, что самое главное, когда готовишь котлеты? Самое главное, если они будут недосоленые. Вот чуть недосоленые котлеты, это уже все. Это уже не котлеты. Приятного аппетита. Присоединяйтесь. Хорошего вечера.